Охранять общественный порядок запорожцев научат французы. В рамках подготовки спецчастей для обеспечения общественного порядка воинскую часть 3029 прибыли специалисты из Национальной полиции Франции. Параллельно охранять общественный порядок украинцев учат в городах, в которых будут проходить матчи футбольного чемпионата Евро-2012. Запорожская военная часть 3029 будет приобщена к охране порядка на чемпионате, а потому в ближайший месяц учить гепардовцев будут служащие Национальной полиции Франции. Полк специального призначения «Гепард» принимает одни из задач мая охрану громадского порядка, в том числе при проведении массовых спортивных заходов. Будет залучаться для обеспечения безопасности під час проведения финального турнира Евро-2012. С этой метою до нас приехали наши коллеги из Национальной полиции Франции для надания передания своего опыта. В первую очередь гепардовцам расскажут теорию обеспечения правопорядка на массовых спортивных мероприятиях. Поскольку в Украину приедут фанаты со всей Европы, учиться есть чему. Закреплять знания будут практическими постановками и отработкой схем. Приехали три представники. И на протяжении 3 недель они будут надавать теоретичные знания и практичные дії в різноманітних обставинах під час дій, в частности, при проведении массовых заходов. По истечению срока обучения будут проведены большие постановки и отработки полученных знаний на опыте. Возможно, для этого понадобится центральный футбольный стадион города Славутич-Арена.